Жители Бамако вдоль местной реки пытаются спасти то, что осталось целым после наводнения, которое обрушилось на столицу Мали в среду. Затопленными оказались также близлежащие поселки. Погибло не менее 24 человек. В Западной Африке с июня по октябрь сезон дождей, и наводнения в Бамако не редкость, в том числе с человеческими жертвами. Некоторые районы города с населением в 2 миллиона человек затапливает ежегодно. Но местный фермер говорит, что обычно вода поднимается до 5 метров, а в этот раз на все 10. Вода вон там никогда так не поднималась за последние 40 лет. Мы никогда не видели такого ее уровня. Никогда он не был таким высоким. Пострадали тысячи. Стихия сметала дома и автомобили. Самые сильные разрушения произошли там, где дома построили на землях, предназначенных для водосброса.